Всем привет! Вы на канале «Все сами своими руками». Нас потихонечку засыпает снежочком. Андрюшка с работы приехал, он чистит все. Что снегу это всю за ночь, вчера только почистила. И сегодня опять вон буран как поднялся, все позасыпало. Так что надо вычистить, хоть до магазина доехать, а то даже машина не выедет по таким сугробам. Маленько после работы пришел, поспал и чистить. Снег, говорит, хоть немножко. Понятно, что он сегодня на целый день, но хоть немножечко. Вот, так что сугробики у нас хорошие. Пойдемте туда. Вон у меня арочка какая красивая. Хожу любой, что зимой, что... Тут-то вон вообще не пройдешь. Сейчас хотела вон... За водой сходить надо мне это. Что-то в калошах вышло, не подрасчитала. Наталья, надо мне идти. Сэмка сидит довольный. Гуляет. На улице у нас плюс 2. Красота. Поздоровайся с нашими зрителями. Вон, все, что вчера чистила. Все вообще не пройдешь сегодня. Еще не ходили даже в ту сторону. Андрей сейчас пройдет. Вчера только вычистила. Поднялся какой буран. Он сошел снег у нас. С этой, с бани. Так что здесь работа непочатый край. Сегодня, вчера он как начался буран, и вот сегодня еще валит снег, не останавливается. Так что работы вообще, то говорю, ленимся, делать нечего. Снежок нам спокоя не дает. Такая красота на улице вообще. Я вот только выползла. Кушать готовила сейчас. Делами занималась. Пойдемте посмотрим, что там Андрей делает. Что-то я погорячилась, вышла в этих-то. О, не, смешные. Себя хоть показать, красавица. Привет. Вот. Что там Андрей наш делает? О, тружится, жужится. О, вообще все засыпало. Красиво, беленько, снежок-то беленький. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Если бы не машинка, сейчас бы Андрей бы вообще бы кони бы двинул тут. Ценники, правда, на нее сейчас стали, мамочки родные. Сегодня на целый день, кстати, снежок обещают. Это все за ночь вот намело-то. Снег тяжелый, сырой, да? Ну, Саша, то ли как дождь, или что, он как это прям? Нет? Снежок просто такой липкий. Пойдем посмотрим, как папа что тут убирал у нас. Маленько вон, пройдемся. Не тяни! Не рви меня. Ну, соседи уехали на выходные. Засыпало их тут всех. Трактор, видать, ходил. Тишина у нас вообще. Праздники отшумели и тишина. Сэм, подожди. Маленько с вами погулять, да Сэмку прогулять. А то он просится, просится. Вчера просился. А ни в какую я его. Буран был такой, что вообще. Сейчас всех собак с тобой здесь переловутим. Я не пойду с тобой далеко. Немножко пройдемся. Хорош. Красивый. Хорошо сосна быстро растет. В этом году столько хвойников заказала. Надеюсь, все придут. Часть проплатила уже. Часть еще нет. Фу, Сонька, ты меня затянул-то. Загнал. Нас... Сейчас боюсь-то с ним сама здесь гулять. По-моему, рассказывала уже. Собаки эти дикие. Рвут. Они близко уже к деревне подошли нас. Друг, сосед, гулял со своей Сарой. Она у него, кто она, маламутка. Дама такая крупная. Вечером, говорит, иду, слышу. О, другу, дружан наш. Иду, говорит, слышу, говорит, челюсти, говорит, клацают. Думаю, говорит, что такое? Смотрю, говорит, хорошо фонарик вот был. А стая накинулись на нее, говорит, еле отбил.
побежал, говорит, за вилами. Вилами кое-как отбил. Вот, так что. А Андрей сегодня рассказывал на работе тоже, говорит, мужчина там. Она, говорит, выбежала, а китаина у него японская, с ошейником, который, ну, кто-то ездил недавно совсем, гусянка свежая, с ошейником, который электронный, убежала, говорит, выскочила, говорит, из ворот, говорит, искал, ошейник нашел, а потом нескольких, не, сынка, я туда не пойду, только вот до сюда с тобой. Фу, тяжело идти. Вот, и через несколько сот метров, не помню, сколько он сказал, но что-то много нашел его. Они, говорит, ему артерию на ноге прокусили, умер. Он, говорит, для меня, говорит, как ребенок. У меня, говорит, чуть инсульт, говорит, не шибанул. Давление 200, говорит, поднялось. Ой, господи. Нет, сынка, туда не пойдем, там, где провалились, тут уже прям пухляш пошел. Не пойдем, малыш, туда. Потом... Снегоход возьмем, может, поедем. Не-не, солнышко, не пойдем, нет. Пойдем обратно. Маленько походил, вот, лапками. И хорош. Вот так что. Каждый год с этими собаками борются. Отстреливали их. Я так люблю собак, но тут вообще без вариантов. Они страшнее, чем волки. Умнее, ездит, сколько дичи. Но скот пока как бы у нас не режут, ничего, не грызут. Пока дичи хватают в этих, в полях. Вот. Так что такая проблема. Поэтому я одна-то и боюсь ходить. Я говорю, только одна-то, я говорю, я его не отобью. По осени мы гуляли, там стая собак была. Они как бы это, но их немного было. Собаки, наверное, три. Они как бы убежали, как-то это, отстали от него. Тоже кинулись. У меня, по-моему, даже видео есть. Вот это где-то в октябре, наверное, мы гуляли уже по снежку, пошли с ним. Вот у нас дочка замуж выходит. 1 февраля у нее будет регистрация. Поедем в Томск. Отпуск беру, надеюсь, дадут. Ну, если что, буду проситься хотя бы на неделю в отпуск поехать. Надо с ребенком побыть, поздравить. Свадьбу гулять они решили не гулять, а так будет все очень скромно. Сейчас все экономят, все очень дорого. Поэтому будем так чисто семейным узким кругом. Всем не надо. Уже подрался с этой собачкой. Вот так что, вот такие вот у нас новости. Сегодня сочельник. Вот. На телефон мало получается снимать у меня. Памяти мало вообще на телефоне. Телефон старенький, дочка мне его дарила 100 лет назад уже. Как-то пришла в магазин, мне как говорит продавец. У вас такой телефон старый, вам надо купить. Да что вы говорите? Все-то вы знаете, что мне надо. Вот. Ну, как бы телефон надо, но пока работает. Памяти только не хватает. Так, ничего. Что ты там делаешь? Сейчас картошку поставила варить, салат сделаю. В общем, баню натопим. Надеюсь, Андрей сейчас прочистит там. Снег сошел из бани. Из дома надо маленько скидать снег. Ты что там делаешь? Ты кого там делаешь? Сэм? Я снимаю эту метку, что? Снимаю. Пойдем давай. Фу, я же запыхалась. Маленько прошли, запыхалась. Пойдем. Кто-то едет. Этому-то что, гуляй да гуляй. Красота красотичная. Но сегодня прям вообще, вот прям Новый год. Снег сырой, правда, немножко, но тепло. Наверное, где-то ноль. Даже не знаю, что Андрей ездил, надо было посмотреть, сколько на этом, на градуснике. Вот. Так что засыпает нас потихоньку, из крайности в крайность, то снега нет, то снега много, нам не угодишь.
Да? Люди такие. Куда полез? Не надо туда. Нет, все, пойдем туда. Пойдем. Ну нет, туда точно не пойдем. Не пойдем туда, не. Не пойдем. Вот. Так, что у нас еще новенького? Сеять уже скоро будем. В этом году буду сеять цветы. Сама хочу посеять. Не знаю, у меня все это получится. Не люблю я этим делом заниматься, если честно, цветами этими. Мне проще корешок купить. А там папа. Дельфиненок. Ты дельфиненок? Че там? Игорь с тобой играет, папа с тобой играет. Дошли вон до поворота. А там дальше уже все не можно, там уже прям сыто. Много сильно снега. Скажи, мы пошли смотреть, что ты там делаешь. Скажи, ты уверен? Скажи, ты уверен, что ты пошел за лопатой? Может быть, ты пошел со мной играть? Я вчера так же с ним играла. Ай, папа закапывает сэмочку, шерстку чистит. Такой довольный. Сейчас что-то как бабахнуло вон там. А взрывные, видать. Взрывные? А что, разрез здесь? У нас же далеко разрезы. Близко? Осенний. Слушай, так красиво, так беленько, все пушистенько. Ну, прям вообще чудеса чудесные, как в сказке. Да, Сомушка, скажи, как в сказке? Вот здесь у нас будет углярка. Вот тут, где показываю. Вот этот вот штакетник убираться будет. И здесь полностью, Андрей специально так сделал, чтобы полностью его убрать. И можно было переставить его там на другую сторону. А здесь у нас будет углярка. И вход будет с той стороны. А с этой стороны будет у нас просто... Сынка, ты меня это завиваешь. Я тут зрителей своих кружу. Вот. И сюда будем... Сюда будут заезжать, как бы уголь засыпать. Придется вот ту макитру, которая есть, все перетаскивать сюда. Порядок надо будет во дворе наводить. Потихонечку. Это у нас на этот год планы. Это вот буквально... Перед Новым годом, может, за месяц где-то, когда в начале декабря, наверное, купили шпалу. Что-то почем, 200 рублей, что ли, одна шпала. 8 тысяч мы отдали. Ой, мамочки. Это папа, что ты там делаешь? Папа, а что ты тут делаешь? Папа идет. Ай, настроение у ребенка хорошее. Прям вообще замечательно. Ты кого там делаешь? Ты зачем не по клумбам ходишь? А там у мамы цветы. А там у мамы цветы. Тебе все равно, да? Там снежок. Там весело, да? Ходит, ходит. Вот. Углярку нашу всю засыпала. Все засыпало. Вот этот уголь, то, что здесь мы полкома забрали, на второй год вот топим. Мы же здесь как бы зимой-то редко. Только вот на выходных, да, на праздники. В основном в городе. Вот. Вот этот уголь надо будет отсюда все перетаскивать, здесь порядок наводить. Здесь еще асфальт у нас куча недобранная. В общем, порядок, порядок. Ты кого там делаешь? Палочки добывает ребенок. Один хвост торчит. Ты кого там ешь? Ты кого там ешь? Дитё пушистое. Там палочки у тебя какие-то вкусные, видать. Ты как дышишь, что там под этим, под снегом? Береза? Ну слушай, ну я и веники здесь вязала, там, наверное, но палочки. Нюхтит, нюхтит, нюхтит. Чем бы дитё не тешилось?
Лишь бы не плакала. Скажи, класс, скажи, кайф. Где же я, скажи, в городе по таким барханам полажу? Скажи, в городе отродясь такого нету. Такой красоты, красотишной. Да? Я говорю, где ребенок бы еще полазил бы по таким барханам? Что? Еще полезешь? Там чурки лежат, ты там ничего не вытащишь, ни мама, ни папа, там только распиливать. Ох, как интересно, ребенку. А сегодня снег-то что, на весь день стоит, да? Снег на весь день стоит? Еще и завтра чистить, наверное, да? Зай, да не тягай ты тут, не тягай. На пузе. Сейчас Игорь закончится снегоуборщиком. А ты что там нашел? А он тут лапу нашел заячью. Лапу? Да? Я не знаю. Я думаю, что он тут роет. Ну-ка, сын, покажи. Может быть, белая лапа заячья. Ну и нюх у тебя, ё-моё, а это ж надо. Вот это да. Я думаю, что он тут роет с таким азартом. Вкусная лапка. А дома лапа заячья лежит для кого? Надо ее тоже, наверное, зарыть, да, Сэмка? Ну ты артист, ой, как вкусно, ой, как вкусно. Как с бараньей головой. У нас мы как-то давно покупали барана и дали ему пол головы. Он игрался. Он ей всю зиму играл. Весной играл. Мы что, весной, да, эту голову-то? Кое-как доел, потом мы с нее даже еще и кашу ему сварили. Она всю зиму под снегом пролежала, он с ней играл. И с рогом такая же, вот этот бараний рог. Он, наверное, года два с ним играл, с этим рогом. Грыз его там. Почти до талого выгрыз. Ой. Снег хорошо, скажи, консервирует. Ничего не портится, да? Ох, красота, ох, красота. Там еще, что ли, что-то лежит? Баранья голова? О, у ребенка забава. Сейчас наиграется и спать будет. Ты что там, упал? Добываем уголь. Пушистый. Снег сегодня у нас идет целый день. Не прекращался ни на секунду. Пойдем со мной? Пушистый, пойдем? Пойдем. Пойдем. Ничего не видно, но мы пойдем. Навалило снежку. Ну, какая красота, да? Чё чистили, чё не чистили? Да? Здорово же. Я тоже так думаю. Пойдем к папе. Где папа? Где папа? Где папа? Ну чё, добыл? Где ребенок? Пушистый. Пушистый? Ведро сейчас дам. Камеру мне не урони, пожалуйста. Будь ласка. Ох, ничего ты как круто сделал. Чуть-чуть подмыть? А может вот это еще поставить? Пенек, вот этот вот? Ну, так, подвигать.
Убери, убери. А что? Убери. Ты уверен? Вот сейчас. Ну, было же все хорошо. Вон у нас какая красота получилась.